Всем добрый день! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я решила поделиться с вами своими творческими процессами, которыми занята в данный момент. И, конечно же, если вы смотрите мой канал, то наверняка видели, что это броши. Вот такие броши изготовлены. Это первые мои броши. Они в готовом виде. А то, что я изготавливаю сейчас, это вот такие брошечки. Подобные. Размером они... Сейчас... Вот размер 8 сантиметров, ну, соответственно, так 6 где-то. Такие симпатичные. Не смогла остаться равнодушной к такой красоте. И вот сейчас переполнена этим творчеством. Вот такая брошечка. Эту я ношу постоянно, мне она безумно нравится, сочетается и с кофтой, которую я ношу, и могу также одеть на шарфик. Еще вот такая мини-брошечка, я показывала в мастер-классе, и я ее сделала вот на основу, на металлическую. Ну, здесь как бы розочки. Не знаю, возможно, и не совсем, конечно, похожи, но я попробовала, отрывать уже не стала. Пусть тоже живет такая брошка у нас. Следующее — это брошки в процессе работы. Вот это я племяннице своей изготовила такую. Ну, обдумываю, она у меня в процессе еще работы. Думаю, как ее сделать более изящной, более нежной, чтобы вот она выглядела в общем плане и понравилась. Следующая. Она у меня как раз, племянница, занимается в балетной школе в Екатеринбурге. И очень хочется мне порадовать ее, ну вот что-то памятное ей подарить. Следующее — это вот наподобие вот этой брошечки, но немного в другой как бы технике, чуть-чуть по-другому я сделала ее. Следующее — это из этой же, ну можно сказать, серии, так как одна и та же картинка используется. Так по-разному я их обыгрываю. Ну и, конечно же, это только часть работы. И нужно здесь кружевами еще их обрабатывать. И, конечно же, заднюю часть оформлять полностью. Полностью оформлять. Следующие вот такие симпатичные брошечки. Вот это у меня дочка заказала на день рождения, так как у нас скоро будет день рождения. Вот делаю ей такую брошку. Следующие очень изящные. Это мне очень нравятся они. Не перестаю ими восхищаться. Прям вот просто смотрю и умиляюсь. Очаровательные брошечки получаются. И куколки там такие, прямо девочки. Симпатичные. Следующие — это вот такая парочка малышек брошек. Эти брошки чуть поменьше, но вот они как, да, видно, наверное, она
где-то вот теперь 4 сантиметра, а в готовом виде будет плюс по сантиметру, где-то же сантиметров 6. Здесь вот несколько. Эту вот я немного подпортила, так как немного попала клеем на лицевую часть, пыталась отшоркать и тут немного запортачила. Такая брошечка будет. Все сидела, рассматривала, далеко не любой вот этот вот контур. Нравилось, как подходил к брошке. Абсолютно не любой идет к тому, чтобы поместился именно к этой картинке. Тем более сейчас вот идет речь о кружевах. Такую брошечку хочу тоже себе попробовать сделать. Эту, возможно, подруге подарю. Посмотрю. Ну, все они еще вот в полузаготовочке. Теперь я доделываю брошки и затем приступлю к вязанию. Уже руки чешутся, смотрю YouTube, смотрю девушек, вяжут они. Прямо хочется тоже начать. Нужно начинать вязать кардиган. Ну вот, надеюсь, в ближайшее будущее я все-таки займусь вязанием и крючком, и спицами. Крючком планирую вообще серию видео снимать, начать. Но опять же, это только пока еще сырые наработки. Насколько у меня все удастся, загадывать не буду. А на спицах буду вязать кардиган. Есть у меня вот такая бабуся. Это я ее все никак еще показывала. Не готовые процессы свои. Куклы недоукрашены, недоодетые. Так она у меня еще перед Новым годом связала вот такую вот, как бы вот кардиганчик, что ли, вот ей. И он без, только по бокам вроде швы. А так вот он бесшовный. Очень понравилось вязать. И думаю старшей дочери связать такой бесшовный кардиган. Что-то вот в таком стиле, как бы, не знаю, или с пуговочкой, или как-то. Ну вот пока еще вынашиваю идею, пока занимаюсь брошками. Не знаю, что у меня будет. Ну, ожидайте. Это все равно у меня и пряжа куплена. Пряжу буду использовать. Это у меня, как я купила пряжу, вот связан образец. Пряжа будет использоваться на камахер. И надеюсь, в скором будущем я все-таки возьмусь за спицы. И хоть какое-то время, но я буду уделять мастер-классу по кардигану. Всем спасибо за внимание. До новой встречи. Рада была вновь хоть что-то показать вам, хоть чем-то поделиться, так как вот с головой окунулась вот в мир брошей. Еще из ленточек хочу несколько брошек сделать, поэтому так получается, что вязание у меня, ну, вот какой-то период приостановлено, но я обязательно наверстаю упущенное. И все, что у меня в планах, я все-таки буду воплощать. Ну и всем пока-пока. Я с вами. Я постоянно смотрю YouTube, я постоянно смотрю
все ваши новые видео. С огромным удовольствием слушаю, смотрю вязание, пытаюсь себя все-таки настроить уже на положительный, как бы вот, результат вязания. И думаю, что я скоро буду с вами по вязанию. Ну и всем снова до свидания.